2015 года в помещении для голосования участковой избирательной комиссии номер 75. Член участковой избирательной комиссии номер 75 с правом вещательного голоса Тихонов Максим Николаевич нарушал действующее законодательство о выборах по референдуму, а именно нарушал процесс голосования путем фотографирования избирателей, а также фотографирования избирателей. Председатель УИК неоднократно делали замечания Тихону МН, а также сотрудникам полиции, находящимся на территории избирательного участка. Устные замечания председателя комиссии о недопустимости указанного действия Тихона МН были проигнорированы и оставлены без внимания. Нарушение закона с его стороны продолжалось. Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса предусмотрены статьей 29 ФС от 12.06.2002 года и 67-м законом ФЗ об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. В соответствии с пунктом 12 статьи 64 Федерального закона от 12.06.2002 года номер 67 ФЗ об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, где, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах. Решение об устранении члена участковой комиссии от участия в работе в данной комиссии об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения участковой комиссии. Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают соответствие с федеральным законом безопасности граждан и общественный порядок помещения для голосования и на территории избирательного участка, участка референдума. При этом комиссии установлено, что указанные нарушения не повлияют на результаты голосования. Руководствуясь федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации, участковой избирательной комиссии номер 75 решила обратиться в заводской районный суд города Саратов с административным исковым заявлением об устранении члена участковой комиссии с правом совещательного голоса Тихона М.Н. от участия в работе комиссии номер 75. Выдать Мишеневой Юлии Николаевне и Простомолотовой Ольге Анатольевне доверенность на представление интересов УИК номер 75 судебных органов. Копии настоящего решения направить в правоохранительные органы для принятия мер по обеспечению общественного порядка на территории избирательного участка. Председатель УИК Гребенко, секретарь УИК Конусова. Согласен? Да. Нет, не согласен. Я не фотографировал паспортные данные, персональные данные. Все члены комиссии проголосовали за это. Ну я напишу заявление о клевете. Пишите. Напишу.